Гонконгский грипп подтвержден у 126 жителей региона. Все они находятся под наблюдением врачей. Штамм H3N2 считается относительно молодым. Родина инфекции Азия. Именно в Гонконге 49 лет назад впервые началась пандемия, которая унесла десятки тысяч жизней. За эти годы вирус несколько раз мутировал и может нанести серьезный удар по иммунной системе человека, предупреждают медики. Как правило, болезнь развивается бурно. Першение в горле, внезапная слабость, причем слабость такая, что ужасно, как мы говорим, не хочется идти на работу, хочется прямо вот прилечь и не заниматься даже домашними делами. Температура повышается где-то до 39-40 градусов. Тело ломит от мышечной боли, появляется кашель, так быстро развивается, что даже может привести к летальным исходам. Впрочем, пока грипп удается, что называется, держать в узде, несмотря на то, что эпидпорог в Самаре превышен почти на 30%, об эпидемии говорить рано. Чтобы не заболеть, врачи рекомендуют соблюдать меры профилактики, избегать большого скопления людей, чаще бывать на свежем воздухе, принимать витамины, а при первых симптомах незамедлительно обращаться к врачу.